Открытый микрофон – новая форма работы власти молодежного сообщества поселения. Представители и сторонники партии «Единая Россия» с удовольствием ответили на вопросы ребят и поделились своим опытом решения тех или иных проблем. Молодежь может сказать все, что она хочет сказать, обращаясь к вышестоящим инстанциям. Власти, к партии. Мы сегодня все выслушаем и постараемся какие-то предложения молодежи воплотить в жизнь. Молодежь сегодня слышит. Молодежь сегодня у нас творческая, интересная, активная. Она тоже очень много хочет. И это правильно, потому что только она сегодня должна продвигать нашу Россию, наши все программы вперед. А наша задача фондов, партии, руководителей, глав, поддерживать все инициативы. День молодежи – важный, если не сказать главный праздник для жителей села Юдина. Даже Дом культуры носит созвучное имя. Молодежным большое внимание уделяют именно этой категории населения. Здесь работают разнообразные объединения, волонтерское и патриотическое движение. А мы все-таки, наша молодежь, от погоды не зависит, потому что они свободны, они легки на подъем. И очень-очень бы хотелось, чтобы у них сегодня был хороший праздник, хорошее настроение. Погода внесла свои коррективы в программу мероприятия, но это нисколько не омрачило настроение гостей праздника. Фотозоны, шахматный турнир, концерт молодежных объединений Дома культуры, общение с парламентариями и сторонниками партии «Единая Россия». Праздник длился до позднего вечера. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».